Здравствуйте, приветствуем вас опять на канале Garden Zoo. Сегодня я рада с вами поделиться рецептом мохито с лимоном. Для приготовления классического мохито используют фрукт лайм. Но он мне не очень нравится из-за вкуса лайма горьковатого, поэтому мы сегодня немножечко изменим рецепт и будем использовать лимон. Еще для этого рецепта нужно 6-8 веточек мяты, яблочный сок и минеральная вода, и сахар. Сахар можете добавлять по вкусу во время приготовления. Приступим. Перед приготовлением не забудьте помыть лимон и мяту. Сейчас мы измельчаем мяту, лимон, помещаем в емкость и ложкой давим сок. Мяту можно либо порезать, либо просто руками порвать. Туда же нарезаем лимон. Добавим столовую ложку сахара. После того, как мы подавили лимон с мятой, добавляем яблочный сок. Туда же газированную минеральную воду. Тщательно перемешиваем. Можно процедить, а можно использовать такие емкости с палочкой. И, пожалуйста, наслаждайтесь. Замечательный, охлаждающий, тонизирующий мохито с лимоном у нас готов. Другие рецепты смотрите на нашем канале. Если вопросы появятся, задавайте в комментариях. До свидания. Цветочницы в виде лесенки. Новые модели интерьерных подставок под цветы в виде лестницы. Декоративные завитки, кованые конструкции, казалось бы, ничего нового, но такие цветочницы на самом деле очень удобны. Цветочные горшки не мешают росту растениям, за цветами легко ухаживать. Напольные стойки экономят место в квартире или офисе. Пристенный вариант установки. Имеются подвесные подставки на 2, 3 и 4 цветочных горшка в таком же дизайне. Ажурные кованые перила лестницы дополнительно украшают вертикальную зону помещения.